Всем привет из солнечной Молдавии. Привет! Мы семья из Молдовы, мы были на саммите четвертого измерения и хотим поделиться с вами буквально вот своими переживаниями. Прежде всего, мы не ожидали, что так сильно Дух Святой будет касаться нас через телевизор. То есть мы смотрели онлайн, и мы были в шоке, насколько сильно Бог, Он движется. И как будто апостол, Он был с нами. То есть ты смотришь на экран, да, и апостол молится, и ты так сильно переживаешь. Очень сильное такое помазание, просто как если бы этот саммит, он был просто особенным. А тема благодати, оно что-то такое невероятное, оно как будто в само сердце, так как будто нужно было именно вот это, чтобы ну, начался новый этап в жизни каждого и в нашей жизни. Да, и мы до сих пор мы ходим в этом слове, которое говорил апостол, и мы с нетерпением ждем продолжения, потому что апостол сказал, что будет через там, 2-3 месяца продолжение этого саммита и тема о любви Отца. И поэтому, если кто-то из вас еще сомневается, если там, ты еще думаешь, там, стоит, не стоит, то брось все сомнения, обязательно, вот мы уже ждем следующей регистрации, уже ждем, чтобы попасть туда, вот, и поэтому регистрируйся. Это начало только, а как процесс будет, это работа, следующий саммит, как не, чтобы не остановиться, чтобы вот дальше двигаться в учении, чтобы мышление обновлялось, это очень сильно. Так что всех приглашаем на саммит, сами ждем. Еще раз всем привет из Молдовы. И пока. Пока.